Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру The Messenger. Так, ну что, нам нужно наверх. Погнали. Ё-моё, вот только колдунам здесь этого не хватало. Ага, вот он, вот он. Подожди секунду. Да хорош тут в меня пулять. Куда мне идти-то надо? Сюда, по ходу дела, да? Так, секунду, не могу немножко сообразить, что нужно сделать. Так. А вот это ты зря здесь появился. Колдун несчастный. Так, пробегаем здесь. Тихонько, тихонько. Блин, а дальше-то что? Секунду, по-моему, дальше нам нужно наверх. Так, так. Ну. Сюда. Угу. Все понятно, ребят. И пробегаем здесь. Ну хорош, давай, лазер, исчезай. А, он не исчезнет, ребята. Оу! Вот это был облом. Понятно, значит нам нужно вот здесь с вами пробираться. Тогда мы сделаем немножко по-другому. Сейчас он нам перекроет. Вот здесь мы с вами пройдем лучше. Нафиг, нафиг там. Кристалл. Так, что он делает? Он что-то будет включать? Ага. Значит, короче, ребята, мы с вами вот сюда нажимаем. И я должен, я так понимаю, быстрее этого кристалла туда пробраться. Так получается? Ух. Я попытаюсь, конечно. Давай, 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 давай. Отлично, умудрились. Ух. Что еще? Вы что, серьезно, что ли? Так. Ядрёно батоны, ребят. Хорошо, я пошел. Так, тихо. Сюда. Сюда. Бинго. Ну что тут-то еще сделали? Усложнили мне жизнь. Оу, сразу же смерть. Офигеть. Ребят, ну хорошо, у нас тут сохранение сразу же. Ладно, я постараюсь по-быстренькому все это сделать. Дело так. Ага, не успею. Да чтоб тебя. Во, хорошо получилось. Нет, неудачно, ребята. Замечательно. Тогда я здесь подобью. Знаете, чего я не могу понять? Да иди ты отсюда, колдун. Черт бы его побрал. Мне нужно успеть, ребята, это все сделать до тех пор, пока... Обалдеть. Хорошо, ладно, давай мы попробуем вот так вот пройти. Все, удали. Удалось, точнее. Так, это... Что еще? За шуточки такие? Так, 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 сюда попали мы. Ага, понял. Понял, что нам нужно сделать. Пробегаем. Ух, успел. Что здесь за загвоздка? Так. Кажется, понял, ребята. Нам нужно вот сюда цепляться. Так, дальше сюда. Отлично, сюда. Тихо. Вот это да. Вот это ловушечки нынче у нас пошли, ребят. Погнали отсюда, что, что есть мочи. Быстро реагировать, скажем так. Быстро реагировать, и главное в нужной... Эй, подожди, не то, не то сделал, ребят. Конечно же, не то. Да чтоб тебе-то, а! Так, сейчас. Погнали. Так, отлично. Здесь у нас все нормуль получается. Вот здесь вот для меня как-то немножко непонятно. Не хочу на шипы попасть. Короче, сейчас мы активируем. Погнали. Вот. Вот так вот надо было сделать это все. Тихо. Это что? Я надеюсь, вот эти вот штуки убиваются хотя бы. Ну-ка проверим. Уничтожается. Ладно, давай тогда здесь еще уничтожим. Сразу же. Чтобы потом не попались они нам. Смотрите, здесь... Ага, все, я понял. Мы делаем с вами вот так вот, ребят. Заранее. Заранее мы сейчас с вами пробьем проход. Вот тут. Так, а там уже попозже. Все, и нам нужно здесь с вами очень быстро действовать. Активируем, короче. Хоп, побежали.
Побежали. Успеем, не успеем, я не знаю, ребят. Должны успеть. Да, отлично. Так, а тут-то что у нас? Воздушные потоки. Ладно, полетели. Так, куда нас сейчас? И что же нам тут сделать нужно? Так, офигеть, ребята, сколько заморочек. Вот так вот, летим на уровне, ребят. Замечательно. Так, ну здесь попроще будет у нас. Так, подождем ее, когда она у нас будет подниматься наверх, и вместе с ней будем дальше двигаться. Так, давай, родная моя. Оп, отлично. Оп, хорошо-то как идем. Наверх. А здесь что у нас? А здесь ничего, ребят, смотрите-ка. Торгаши здесь и, по-моему, королева проклятых, да? Стоит наверху или нет? Может быть, просто похоже. А здесь-то что? Что еще? Так, ладно, предположим. Ага, вот так вот, да, значит? Ёкаламаны. Ребят, я не знаю. Жесть какая-то. Фух, получилось. Ну а тут-то, тут еще не легче, ребят. Оу! Да ладно, не, ну только не это. Я уже даже не хочу, ребят, ничего комментировать. Как тут получится, так и получится. У-ху. Замечательно. Главное, чтобы сохранение было. Я второй раз не выживу проходить это беспредельство. Так, здесь планировать, ребята, надо. Фу, умудрился каким-то чудом. Так, опять планировать. Хорошо, здесь мы пролетели. Так, в чем загвоздка? Кто мне скажет, что здесь не так? Слишком тихо как-то все. Вижу кристалл. Так, вижу кристалл. Мне стопудово его надо активировать. Куда это я попал? Оу, тихо. Так, я вижу мостик летающий. О-хо-хо-хо-хо. Так, ладно. До него нужно... Слушайте, это, по-моему, секретная комната, блин. Ладно, я... нет, я не хочу нафиг, ребята, здесь быть. Не хочу. Полетели отсюда. Вот сюда. Потому что если я этому подумаю, мне опять придется через эти шипы прыгать и так далее и тому подобное, да? Ладно, пойдем, ребят, сюда нафиг. От греха подальше. Так, здесь, короче, смотрите, ребята, нужно нам очень и очень быстро действовать. Очень быстро. Я бы даже сказал, моментально. Так, активируем. Давай быстрее, звездочки, убирайся отсюда. Бежим, ребят, бежим. Что есть силы, быстрее, 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 быстрее. Фух, нам повезло. Что такое, что за глаза тут еще летающие, иди сюда. Глаз, давай, иди сюда. Один минус. Нет, я не буду сейчас скакать, ребят, по этой фигне, пока я эти глаза все не поубиваю. Так, хорошо, иди, последний глаз. Последний глаз долой. Так, отлично. В общем, ребят, здесь мы запрыгиваем на этот постаментик. Вот так, отлично. Ну, здесь изи было. Так, маги. Маги, пошли прочь. Эй, полный обстрел. Иди отсюда, изыди. И ты изыди. Ну, с одним-то, я думаю, нам будет попроще справиться. У меня очень мало, ребят, здоровится, и это как-то меня не радует. Хорош уже пулять свою срань. Блин. Во. Удачно ты появился. Фух. Так, ладно. Сейчас, ребят, с вами вот эти вот фонарики подобьем. Вот так вот. И двигаемся дальше. Так, что-то тут не то, ребят. Что-то здесь не то. Ну хорошо, здесь мы с вами пролетим. Так. Опять какие-то загадочки, да? Подожди, да куда же ты обратно-то? Нет. В общем, я понял, ребят, смотрите, мы сейчас здесь должны вот так вот появляемся. Ну,
Тут простенько все. Эй! Не надо назад. Да куда ж ты? Ё-моё, а? Слишком рано, ребят, нажимаю. Во. Вот так это все делается. Да не так, надо-то, ядрён батон. Вот. Это другой разговор. Фух. Отлично, двигаемся дальше. Где сейф? Вот сейф. Что? Не надо тут опадать ничему. Твою дивизию. Давай, быстрее. Так. Ух. Ядрен батон. Какой нафиг ниндзя Гайден, ребят? Воу. Тут ниндзя Гайден и в подметке, блин, не годится. Так. Итак, тебе удалось выдержать испытание воли. Оу, сейчас мы сделаем дело. Приготовься, гонец, и узри могущество нашего ордена. Ты появишься как избранный, или не появишься вовсе. Довольно предисловие, я пойду первым. Куда ты пойдешь, маленький пухлячок? Так. Кому-то не терпится? Я много десятков лет готовил эту речь, а он просто... Ничего, переживешь, идем. Так, куда они все пошли? Воу, тихо. Ядрёно-батонно! Ого. Ого, ребята, я вам скажу. И? Что такое? Ага. Так, понятно, ручонками своими балует здесь. Что дальше? Что он собирается... О, вот оно как. Ага, вот, значит, тебе надо в табло... О! Понятно, ребята. Ну что ж, друзья мои, я сделал небольшой перерывчик, и мы продолжаем пинать этого босса. Так, но стратегию я все-таки раскусил его. Поэтому давайте, ребята, будем смотреть, получится у меня это или нет. Так, начинает ручонками с вами махать, ну это понятное дело. Сейчас мы кое-что вот так вот будем делать, ребята. Как говорится, заранее бомбить. Нет, тут ты меня уже не сдуешь. Ждем, ребята, тех пор, пока у него не появятся сферы. Бомбим, а они буквально сейчас должны уже появиться. Вот они, вышли. Так, аккуратненько, ребята. Нормуль, я вам скажу, идем. Так, попробую. А, нет, все, сейчас будут сферами в нас. Так, вот так, ребят, мы отбегаем это все дело. Ну, естественно, забегаем на руки и начинаем опять ему в табло наяривать. Опять вылетели сферы. Можно, конечно, ребята, пробовать вот так вот рядышком со сферами. Оу, тихонько, вот здесь прыгаем, ребята. Здесь нужно перепрыгивать. Это у него, так скажем, уже, наверное, вторая или третья фаза началась. Так, замечательно. Потом вот эти вот сферы, ребят, которые у нас на земле, они будут двигаться еще. Так что надо как можно быстрее и как можно больше нанести ему дамага, чтобы меньше он выделывался. У него заморгает потом рожа. О-о-о-о-о-о-о, тихонько, не надо буянить. Это, ребят, я так понял, именно вот эти вот чувачки... Трое чувачков, которые у нас были, торгаши вот эти вот древние, они воплотились вот в эту вот хрень и решили мне якобы сделать испытание. Ну, я его, естественно, пройду. Так, погнали, здесь перепрыгиваем. Ух, ай, ёлки-палки, вот надо было с ранделем приземлиться на крайнюю сферу, а. Ну, ребят, неосторожность здесь всегда присутствует, поэтому спешка, торопление и, как всегда, я вот так, ребят, когда прыгаю, бывает порой на сферы напарываюсь. Но пока хорошо. Блин, голова еще не моргает, поэтому нам придется бомбить его. Так, сферы полетели. Сейчас появится, вызывает. Где они тут? Так, ну это изи, ребята. Еще пока не двигаются. Еще я вам скажу, там будет следующая фаза, когда будут офигенные лазеры с пола появляться. В общем, все это сейчас увидите. Пока я вам скажу, иду неплохо, довольно неплохо. У меня... практически все здоровье. Так, сферы полетели. Так, замечательно. О, то, что нужно. Прыгаем и начинаем бомбить. Не моргает еще, по-моему, нет, ребята. Еще не моргает. А, вот, заморгал, все. Сейчас будет жесть, ребята. Сейчас уже будет все... Ай! Ладно, давайте здесь переждем. Смотри, сейчас обратно. Нам надо, ребята, сейчас зависнуть в воздухе. Оп, тихо. Отлично, успели. Но здесь перепрыгиваем.
Естественно, здесь тоже, ребята. Хотя лучше бы, конечно, вот так вот, да. Так будет оно... Эх! Не получилось у меня нащелкать по его физиономии. Во, давайте быстренько делаем это все дело. Вот это нормуль, ребята. Сейчас очень много я ему дамага нанес. Значит, осталось совсем немножко, он уже ускорился, как вы видите. Во, сейчас будет... Вот это вот, ребята, тоже надо быть аккуратненько. Потому что можно попасть под эти лазеры. Так, тихо-тихо, вот сюда. И последний, он вот этот будет подкидывать, ребята. Все, нормуль. Справились. Ай, елки-палки, совсем... Ой, ты куда это у меня полетел? Куда это у меня чувак полетел? Ну, совсем немножко осталось там. Я чувствую уже, наверное, пару ударов буквально. О, вот, ребята, вот это вот сложнота. Вот это сложнота уже пошла. Смотрите, сферы двигаются. Так, ну ладно, хорошо. У меня еще два касания есть. Будем стараться. Я должен его завалить. Так. Сейчас он будет свои сферы в меня пулять. Нет? Нет. Он будет сейчас лазеры, ребята. Так, главное не попасть. Не попасть. Аккуратненько. Так, последний, да, по-моему? Да, последний. На-на-на-на-на, получи. Оп, нормуль. Ой-ой-ой-ой, чуть не упал. Ё-моё. Так, сферы полетели. Да что ж такое-то? Сколько ему еще бить-то надо, а? Ну, когда ж конец-то тебе, а? Достал ты уже. Слушайте, ребята, я не знаю. Блин, только не это. Ай, я попробую, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй. А назад-то как? Назад-то как? Твою маковку. Ой-ой-ой-ой, ребята. Одна жизнь всего осталась у меня. Не знаю, это последний наш шанс. Я уже устал, ребят, честно говорю вам. Бомбить его. Так, давайте отойдем. Надо дождаться нам последний мостик, который вот сейчас будет последний. Так, подпрыгиваем, ребята, и бьем. Да неужели, блин? Неужели мы его все-таки прошли? Фух, замечательно. Так, ну что же, давайте смотреть, что тут дальше у нас произойдет. Где эти торгаши, а? Ну? А, жду их. Так, хорошо. Куда это меня? Смотрите, ребята, здесь. Так, кажется, он идет. Пожалуйста, на этот раз не мешай мне говорить о пророчестве. И я в это не полезу. Делай, что хотите. Так, ребята, мы прибыли с вами. Итак, тебе удалось выдержать испытание силы. Так, и что дальше? Чтобы пророчество исполнилось, ты должен пройти испытание веры, совершив прыжок. Прыжок? Прыжок, да. Не понимаю. Ну, испытание веры, прыжок, прыжок веры. Что-то щелкает? О, просто прыгни уже. Эй, я пытаюсь сделать этот момент эпичным. А теперь, герой, вложи свою храбрость в надежду, а силу в цель, нырни в свою судьбу и появись из нее снова уже истинным гонцом. Че, ребят, я не знаю, это подвох, что ли? Ёлки-палки. Ой, что это со мной происходит? Какая-то бесконечность. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нифига. Ядрёна батона. Ребята, да я теперь не какой-то там ниндзя. Я самурай. Да. Слушайте, наверное, круто. Может быть, у меня что-то новенькое. Кстати, уже у меня не меч, а какая-то... финка в руках. Ой, а это кто такой? А, помню я его, смотрите, ребят. Олух-то этот, что он там стоит, ждет? Меня, что ли, поджидает? Нет, исчез куда-то. Слушайте, музычка приятная такая. Оу, башня-то исчезла. Ну что ж, побежали. Блин, а мне нравится наш прикид. И вообще, как я выгляжу, как я двигаюсь. Круто. Я апгрейдился, одним словом. Тихо, тихо, главное не упасть. Ой-ой-ой, тихо, тихонько ты, ядрен батон, да что ж ты. Так, здесь у нас шипики, да? Ну ладно, шипики, ребята, это дело перепрыгивай. Оу-оу-оу-оу, тихонько, блин. Ай-яй-яй. Что ж так неаккуратно. Дайте мне... Так, а мы можем сюда наверх, да? И что это нам дает? Не знаю, ребят. Вижу, сферы летают. Так, ага, вон там сейф. А как мне тут пропрыгать? Ой-ой-ой, тихонько-тихонечко, блин. Ладно, сохранились. Это уже большой плюс. Так, ага, мусики падают. Дайте-ка мне... Дайте мне, пожалуйста, хп, елки-палки, а? У меня всего лишь два здоровья осталось.
Так, смотри-ка, шипики появляются. Угу. Ну, это ерунда, ребята, мы успеем. Успеем с вами. Ой, смотри-ка, даже ничего не сделали мне. Хотя практически на них стоял. Ха-ха. Так, ну-ка, давайте здесь, наверное, перелетим. Опа, а воздушные потоки несут меня в небо. Так. Не, прикольно, прикольно мы с вами выглядим. О, а это еще, что это за чучело? Ведьма какая-то или дух? Не понял я пока. Так, значит, нам нужно вниз сюда. Я вот просто... Там сферы опять. О, везде что-то тут окружили эти сферы нас. Так, ладно, здесь я смогу пробежать. Тут есть у нас какие-то... Ай, зазорчик есть! Кидрен, батон, да что ж ты... Ты будешь... Так, духи, пошли прочь! Пошли прочь от меня! О, кстати, ребят, смотрите, какой-то кристалл. Ах, мы получаем вот что. Сферки? Нифига. А мне понравилось. Так, можно сюда, в принципе, уже и сваливать. Это так, типа, бонуса было. Ну, главное, что, ребята, все здоровье себе восстановил. Так, и мы сейчас с вами просто-напросто перелетим это дело. Вот так вот. Так, тихонько, тихонько, подожди. Так, у нас тут... Давайте, наверное, попробуем. Оу, нет, 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 нет. Везде нужно быть предельно осторожным и аккуратным быть. Давайте вот так вот. Полетели. Слушайте, но пока довольно легко, ребят. Ничего такого сложного я не вижу. Так, тихонечко. Я вот боюсь все время, когда летишь, есть ли там внизу под нами земля или нету. Мы или улетим куда-нибудь в бездну. Так, сейф. Вот это уже хорошо, это уже радует. Тихонько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, летим, 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 ребята, аккуратненько. Блин, видели, да, приземлился на мостик, а он исчезает, оказывается, под нами. Так, тут-то что такое, что за сложность пошла? Мостики я вижу, ага, ребята, они исчезают, но... Нормулька, все отлично у нас прошло. Блин, ну на самом деле игруха, ребята, прикольная. Очень классно, мне вот лично ностальгия сразу, вот Дэнди, Сега, блин, прям вот нет слов. Просто свое детство, грубо говоря, провел за этими приставками. Так, тихо, тихонько, 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 ребята. Так, отлично. Воу-воу-воу-воу. Блин, они нас сразу убивают. Фух. Где сейф? Дайте мне, пожалуйста, сохранение, а. Плиз, ну пожалуйста. Я и так слишком уже много прошел. Так, платформочка движущая. Воу, смотрите-ка, ребята, мы можем сюда с вами, наверное... Сходить, посмотреть, что здесь у нас. Ага, опять комната типа бонуса. Здесь у нас одни сферы. Естественно, ребят, я их заберу все. Как говорится, к бабке не ходи, соберу все. О, последнюю. Все до последней крошки соберу. Ну давай, маленькая сферка, не выделывайся. Все. Тихо, тихонько, ядрёный батон. А, тут надо... Подождите-ка. Я не смогу, наверное, ребят, перелететь. Давайте-ка мы, наверное, вот с этой платформы сиганем. Потому что я боюсь упасть вниз. Смотрите, странно как, да? Деревья растут в воздухе. Что это за место такое, а? Какой-то небесный... О, а вот сохранение. Какой-то небесный город у нас. Так, облачка. Я так понимаю, прыгать по ним можно? Ага, можно. Погнали тогда. Ага. Да, только... Ой, ой-ой-ой-ой. Опачки! Вот это, ребята, нежданчик для меня был. Очередная моя попыточка сбежать от этого, ребята, дракона непонятного. Чего он вообще ко мне прицепился? Так, давайте быстренько, быстренько. Главное ни во что не врезаться. Так, так, так. Отличненько. Да отстань ты от меня. Да куда мне вообще нужно добежать-то здесь? Непонятно. Так, тихонько вот здесь, ребята. Надо быть осторожным, потому что можно запутаться. Так, перепрыгиваем. Шикандосик. Врежься! Нифига, ребята, он эти... Тучки просто пробивает, ему пофиг на все. Че, все? Бля-бля-бля-бля-бля. Вот так вот тебе. Ха-ха, ребята, вот и сейф. Отлично. Ну что же, двигаемся с вами далее. Ага, смотрите-ка, опять эти призраки. Воу! Что-то раньше срабатывало, а сейчас, видите ли, не получится. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Ты посмотри. Одни прессы. Ху-ху-ху-ху. Ладно, я рискую, ребят, я рискую. Так, давайте сюда. Быстренько все это. Главное, быстренько делать. Иди отсюда. Так, ну что, я могу сказать, пока у нас все на мази, ребят. Тихонько. Ага, вот, значит, в чем загвоздочка. Так, секунду. Хоп-хоп. Ну, изи, ребят.
Шипы нам не помеха. Так, а тут, ага. Ёпарасоте. Не увидел ее. Что, что? Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига, ребята. Почувствовал, что земля дрожит. Да ладно, вы что, издеваетесь, что ли? Куда ты там так поднимаешься, эй? Оу, все, я теперь понял, что надо делать. Ну что же, была не была, как говорится, сейчас она опустится. Быстренько с вами пробегаем, за счет крючка мы с вами перепрыгиваем моментально. Да должно все получиться, так, отлично. Да, все, ребята, в уцели. Так, а вот здесь, блин, а вот здесь-то что делать? Ага, понял. Вот здесь, ребята, есть местечко, давайте-ка попробуем. Вот так вот. Замечательно. Так, сейф, это очень радует уже. Тихо ты! Твою маковку, а? Ну уж нет, больше я не попадусь на эту ловушку, ребята. Давайте аккуратненько. Так, что у нас здесь? Все прыжки, 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 я так понимаю, да? Ой, долечу ли я, долечу ли я? Понятно все. Ну, на самом деле, я не думал, что здесь вот столько придется нам прыгать с вами. Ладно, ребят, давайте еще разочек я попробую. Все главное в конце, главное там не ступить. Так, давай-ка мы уничтожим. Так, эти так, будем в прыжке, ребята, делать. Ага, в прыжке, блин, тихо-тихо-тихо. Ой, блин. Тихонько-тихонько-тихонько. Самурайчик, не падай, пожалуйста. Фух. Так, ой, вот это я, по-моему, зря сделал. Так, ладно, попробуем как-то перелететь. Главное не тупануть. Получилось, нормулька. Так, ну что, ребят, вот здесь вот будет сложненько. Сейчас мы с вами... Вот тихонько ты, ё-моё. Так, замечательно. Здоровья у меня, ребята, очень мало, и мне не дадут больше. Так, а это что у нас здесь такое? Что это за секретная комнатка? Так, ну что, с помощью крючков давайте перепрыгнем тогда с вами. Опа, нормуль. Так, ага, это у нас просто комната, ребята, с бонусами. Вот и здоровье себе восполнили. Замечательно. Так, ну, придется возвращаться. Я-то думал, что мы с вами... Тихо ты! Вот тебе и восстановил, называется, здоровье. Оу! Ё-моё. Так, ребят, вот здесь, смотрите, в чем прикол. Нам надо перелететь. Нет! Сколько же боли она мне уже приносит, эта игруха. Ребята, вы просто не представляете. Я уже просто весь на нервах. Так, тихо, вот. Да иди ты еще, призраки тут. Тихо, ты не прыгай, ты, ё-моё. Аккуратно, ребят, вот что значит нервничать, волноваться. Фух. Так, ну что, последняя попытка у нас, ребята. Ну-ну-ну, есть. Неужели? Ух, так, теперь надо. Тихо ты, нафиг. Так, перепрыгиваем все эти шипы. Неужели? Ё-моё, а? Неужели у нас получилось, ребята, это дело? Так, что у нас тут? Ага, духи. Пошли прочь, духи. Так, вот эти сферы я, ребята, подберу обязательно. Они нам пригодятся. Офигеть, порой сколько раз приходится... Так, получится мне перелететь? Что-то я как-то сомневаюсь, честно, ребят. Ага. Хорошо было здоровье полностью восстановлено, так бы погиб бы. Блин, где сейф, ребята? Надо до сейва доходить и все, и делать перерывчик, иначе я тут чекалдыкнусь. Так, опа, нормулька. Так, вниз? Да, вниз, получается, нам надо. Где сейф, я вас спрашиваю? Неужели он впереди? Yeah. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этой ноте будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи!